11-гадовы Илья Чарняков сёлета пераканаўся. Цуды сапраўды адбываюцца. І ў навагоднія святы, калі знаходзіш пад ёлкай жаданы падарунак, і напярэдадні Рождества, якое святкуеш у шумнай кампаніі аднагодкаў. На Новый год я заказал колонку, и мне ее подарили Дед Мороз. Мы с Дедом Морозом хороводы водили, играли, много что еще делали. Разом с іншими выхованцами дитячого дома Илья стал удельником великого святочного мероприемства у стенах 13-й школы. Доброчинная акция «Цуды на Рождество» объединяла как пионеров Мазырщины, так и детей, которые опынулись в складанной житевой ситуации. Рождество – это время чудес, добра и приключений. И, как известно, все мы верим в доброту, и что чудеса сбываются не под Новый год, так на Рождество. И наши пионеры приняли участие активное в пионерской благотворительной акции «Чудеса на Рождество», которая идет в эти замечательные дни по всей республике. Подаровать теплое клопот тем, кто в этом особливо мая потребу. Одна из головных задач колядного проекта пионеров. До акции рыхтовались за несколько тыдню. У школьных творчих мастернях робили сувениры, сбирали присмаки и выразали головный символ акции – червоную рукавичку. Мы своими руками изготовили красные рукавички, символы акции, собирали сладкие подарки для детей-инвалидов нашей школы. Также наши пионеры-тимуровцы сделали собственными руками сувениры для детей из детского дома. Усіх присутніх забавляли енергічний Дед Мороз і Снягурка. У подарунок маленькі жихари райцентра так само отримали відовищний спектакль от театральної студії «Глобус». Катерина Юрченко, Світлана Грудько, Олег Фіцнер, телеканал «Мазир» спеціально для телерадіокомпанії «Гомель».